12 500 рублей. Такую сумму в качестве ежемесячного дохода на одного человека назвали в качестве признака бедности. Это следует из данных соцопроса, который провел Левада-центр в 50 субъектах Российской Федерации. Попутно авторы исследования попросили граждан ответить на вопросы, какой доход они считают нормальным и сколько в среднем на каждого домочадца приходится в реальности. Названные цифры составили соответственно 38 100 и 16 800 рублей. Все это говорит о росте затрат на базовые потребности, а также об отсутствии роста реального благосостояния. Кроме того, данные социологического опроса свидетельствуют о снижении уровня потребления материальных притязаний жителей нашей страны, отмечают в Левада-центре.